Всем привет, вы на канале Видосики, это Андрея. Это у нас Спиди в Роблоксе. Это на основах Грэнни сделано. Есть вот такие свинки. Это Пеппа. Ее маленький брат Джордж. Мама, папа, овечка, учитель их. Потом какая-то с дубинкой такая вот, серая. Котенок. Я сейчас вот за котенком буду играть. Если свинкой буду. Потом ангел. Новый это котенок и ангел. Догги, собачка. И Фокси, лисичка. Давайте начинать. Мы появляемся тут. Идем. Надеюсь, свинки нету. Так. О. Так, еще никто не взял доску. Так. Откроем дверху на всякий случай. Тут тоже. Побежали. Вот эта встреча. Приятная встреча какая-то. Так, вот посмотрим, как другие играют. Один бежит, один спрятался за диваном. Один убегает от свинки, от Джорджа. Она его словила, он, то есть, его словил. Так. Так, свинка бежит. Так, прыгать не надо, а то рассыпешься. Не надо прыгать. Давай, открывай этот. Открывает он. Потом, да. А что случилось? Все, съели его. А что случилось с той доской? Она ж у меня была, а меня словили. Я не знаю. Напишите в комментариях. А, вон красный ключ у мальчика у того был. Сейчас его словили и все. И он потерялся. Так. Так, словили. Этот бежит. Одного словили. Ей нужно взять этот ключ и сбежать из дома. Словит ли ее свинка? Пишите в комментариях. Game over. Сейчас мы уже будем играть. Вот я Бум-Тонг. Нас как-то быстро бы поймали в тот раз. Карта-дом. Свинкой будет играть игрок. Свинкой будет. Вот такой вот мальчик с рожками. Ладно. Карта дом у нас, напоминаю. Это у нас сцена такая показывается. Как мы приехали. Приехали. Что такое? Что-то там было. И нас заперли в доме.
Так, сейчас будем пытаться, как эта девочка, выжить. Но вы видели, ее потом свинья все равно словила. Ну, мы будем пытаться это выживать. Будем побеждать много раз. Там что, больше ничего нет? Давайте тогда ключ нам. Побегу. Так, свинка уже появилась. Так. Что, открыли? Там, да, там ничего нет. А ключик уже у меня. Так, сейчас, где она? Где свинка? Боюсь прыгать, потому что не вижу. Так, кого-то уже хлопнуло. Так. Побежали. Давайте молоток. Молоток нам надо. Тише. Спокойствие. Спокойствие. Кого-то опять прихлопнули. Господи. Так. Ой, только не это. Ого. Так. Присаживаемся. Присаживаемся, я сказал. Так. Видишь, туда идем. Сейчас мы за этими штучками вернемся. Потому что нам надо там в дверь в этой расколотить доски. И потом вернемся, положим молоток. Тут, кстати, можно только один предмет брать, положим молоток и... Так. И возьмем эти шестеренки. Хрюкает свинка, хрюкает. Словили нас. Идет голосование за карты. Вот тут новая карта: лес, галерея, тюрьма, станция и дом. Давайте дом выберем. Не успел нажать на него. И свинку. Тут голосуют тут. Так. Я вот посерединке. Может быть, я буду свиночкой. Всех половлю. Всех. Никого не оставлю. Нет, свинкой буду все-таки не я, а другой кто-то. Ладно, давайте один раз пробуем, сыгранем. Так, свинка выпустилась. Быстрее бежим. Быстрее. У меня красный ключ. Прячем его, чтобы свинка не заметила его. А то еще хуже будет. Так. Шестеренки бери, шестеренки. Так, бежим. Открываем красную дверь. Побежали. Что тут? Эту штучку. Так, свинка побежала. Хорошая свинка. Так. Берем. Это открываем. Бежим туда. Отличненько. А нет. Берем эту штучку. Так. Гаечный ключ мы взяли. Он у нас. Свинка бежит. Ничего, сейчас мы от нее убежим тоже. Нет. Ладно, друзья, вы были на канале Видосики от Андрея. Всем удачи и пока-пока.